На севере Китая произошло загрязнение питьевой воды. На прошлой неделе в городе Чифэн, что на территории внутренней Монголии, начали заболевать люди. Симптомы – диарея, рвота и боли в желудке. По данным государственных СМИ, в результате потребления загрязненной воды заболели 2600 человек. 59 из них были госпитализированы. Издание Минпао сообщило о том, что причиной загрязнения питьевой воды стали неочищенные источные воды. Из-за сильных дождей они просочились в водопроводную сеть через затопленный колодец. Эта сеть обеспечивает питьевой водой более 60 тысяч жителей Чифэна.